Друзья, только что мне стало известно, вышли люди с Мариуполя на связь о том, что 11 числа готовится большая химическая атака на Азовсталь. И в Мариуполе предупреждают местные жители, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят, наших героев хотят выкурить из Азовстали, у них ничего не получается, и они уже хотят применить вот такие вот геноцидные вещи, которые, как химическое оружие, очень мощное. Поэтому хочу обратиться к международной спільноті, к ООН, к Красному Кресту, не допустить применения Россией в Мариуполе химического оружия. Там наши местные мирные люди, там наши защитники, ребята с Азова, морпехи, там наши украинцы. Мариуполь всегда был, есть и будет украинским городом. Поэтому сделайте максимальный репост. Донесите, пожалуйста, до всех, что в Мариуполе творится.